Салют, фейтоголики! Мы в Пердиде, а мы это кто? Кто вас приветствует? Ну-ка, назовите всех по именам. Да, ты тоже приветствуешь. А еще вас приветствуют Винвуд, Альтария, Осриван, Руцио, Сарис, Алена, Марина, Энда, Мун, Инес, Анджела, Префайс, Эльвин, Гильда, Отнотгард, правильно его произнес наконец-то, и Сартуа. Руцева надо помнить, что нужно не покупать новые спелки. Ему нужно экономить возможность обучиться, чтобы выучить пользование кристаллами магическими. Сейчас будем исследовать Пердиду. Для начала мы сделаем Game Delay Click. Так, потом, возможно, мне придется свет включить. Хотя нет, тут видно все, куда записывать что. Удобно у столика использовать компьютерного выдвигающуюся штуку для хранения тетрадей. Карты тоже сюда вместятся, но я не думаю, что сегодня нам карты понадобятся. Так, мы сейчас идем куда? Мы сейчас вышли из гостинички, я так понимаю. Пойдем в магазины. Магазины чекать. Который час? Почти 10 утра, да, магазины должны работать, 12 мая 32 года, хороший был год, говорят. Вроде как. Это точно? Да, вот она. Корчма, другая пати тоже уже проснулась. А мы где, погоди? Стоп, это что за место? А, это уже паб. Мы в пабе сейчас. Тогда мы пойдем в магазин вот именно так, как я и был повернут. Вот сюда. Там будет эта странная дверца. Где-то здесь. Где-то здесь магазин. Судя по всему, скрытый. Да. Особый рынок Альдрина. Что у вас есть? Так, кристаллы. Ну, пока особо не нужны. Джувели. Мы, кстати, можем купить джувелей. Мне, по-моему, не помешают. Но их покупать Алена будет. Новые штучки. Три джувеля. Торговаться в этом магазине нельзя, что интересно. Кристаллы стоят недорого. Давайте глянем сначала, сколько у нас кристаллов на будущее. Нам пригодятся они рано или поздно. Один у Винвуда, еще и даймонд есть. Даймонд у Альтари. Три кристалла у Осриван. У Руцу три даймонда. Ну, нормально, нормально. Так, что у нас по поушенам? Что за зелье Ашот? Зелье Ашота. А, я понял, это против стрелковых. Но нам не нужны вот эти все зелья. Чё по айтемам? Плунгер? Это что еще такое? Сколько стоит? 8 тысяч. Нифига себе. А я знаю, что это такое. Давайте глянем в мануале, может там написано. Плунгер. Плунгер Хауэр. Так. Нет, тут не... А, во-во-во. Плунгер. Давайте у штаба переводчиков уточним, что значит это таинственное и загадочное словечко. Ну-ка, мне сообщают, что это поршень. Поршень, ныряльщик, плунжер, скалка, кавалерист, азартный игрок, водолаз. И скальчатый поршень. Ну, поршень какой-то, понятно.
В мануале написано так: поршень с куском струны присобаченный. А, притягивает группу оппонентов к пати. Не, покупать я такое не буду. Покупать я это не стану. Тут еще есть варпипа. Рипавант. Что такое рипавант? Перл я не помню тоже чуть. А, перл дает координаты пати. Это как локейшн у Руцева. Что там еще? Лампа, понятно. О, Клифф забыл, что делает. Увеличивает защиту и хиляет на 3 хитпоинта. Бесполезная фигня. Реповант. Лечит отравление. Ну, нам это не надо. У нас есть кому лечить. А Локстав? Я подозреваю, что да, он показывает расположение партии. Все, в этом магазине нам ничего не нужно, значит, из предметов. Ключи, может быть, тут есть. Хоть в одном магазине ключи-то есть? Нет, тоже украдены. Инфо. Так, кристаллы. Ну, понятно. А даймонды что делают? Ну, тоже пока не особо понятно. Запать магические силы это очень многозначительно. Ну, тут понятно, можно было догадаться, что что-то есть, учитывая то, что такой тупичок за дверью. Просто так не бывает наверняка. Колдунья. Сейчас мы с ней початимся. Ее зовут Урин. Колдунья Урин. Уриническая колдунья. А, модуляция прошла успешно. Вот шутки она слышала лучше. Можно очаровать ее? Нет, нельзя. Тогда до свидания. Мы в магазин вообще идем. Нам тут не до уринических колдунов. А вы кто? Лучник. Мне не нужен был лучник в катакомбах. Да вроде нет. Как зовут? Ники. Может, чему научит, кстати. О, она королевский телохранитель. Нет, научить ничему не может. До свидания. В магазин можно. Магазин Линока. Ну-ка, что у тебя есть? Ого, у него джувели стоят. Я понял, где надо джувели покупать. В том тайном магазинчике. Я так и запишу, наверное. А где я буду это записывать? Вещи на... Что у меня написано здесь? Непонятно. Что-то написал, не понимаю, что. Давно писал. Вот тут могу записать. Джулиус по 1000 в Пердиде. Тайный магазин. Все, записал. Отлично. А что у тебя по зельям?
А, ничего нужного тоже. По итемам. Лайфстоун можно взять на всякий случай. Он, пусть Алена поносит с собой лайфстоун за 16 тысяч. А у меня такие деньги-то есть вообще? Ну, погоди. У меня такие деньги есть, но это дорого очень. Так, ну у меня есть еще лайфстоуны, кстати. Есть еще свисток и варпипа. Что они делают, я не помню. Варпипа просто дамаг делает, а свисток статы врагов уменьшает, понятно. Варпипа козит дамаг. Ладно, лайфстоуны нам не нужны. Что еще есть? Black Box. Что делает? Сколько стоит, во-первых? Стоит мало. А делает что? Есть ли тут такой в списке в мануале? Нет. А я возьму. Возьму черную коробочку. Интересно, интересно. Даже торговаться не буду. Согласен на цену в 334 пиастр. Что еще там есть? Варпипа, зеркало, ключи. Нет, ключи нет. Сохраняемся. На двоечку. Так, дальше куда мы можем сходить в этой пердиде? Можем к кузнецу сходить местному. Пердийский кузнец называется магазин. Сейчас в Перди пойдем эти. Топовые шутки про город с названием Пердида. Вот тут есть тайный ход. Небольшой такой. Попрошайка. Иди вон, попрошайка. Так, и тут должен быть вор. Грабитель на нас наткнулся. Хочет ли он пообщаться? Нет, не хочет. Он хочет наших денег. Но забудь это, Бозо. А чё мы его не пробиваем? А, все нормально. Маленький сейф. Так, тут у вас, да, кузнец таинственный какой-то. Что у тебя имеется? Так. Нам нужно открыть наши странички с экипировкой. Так, у Винвуда сейчас серебряное копье и кристальный лук из оружия. Посмотрим, что тут можно приглядеть. Shred Star. Сейчас мы глянем в программке специальной, которая показывает экипировку. А, точно, по алфавиту от сыра. Стоит. Так, статы не очень у этого Шредстера. Дальше есть Скулхаммер. 9003. Копье получше будет. Сильно получше. А, ясно. Винвуду тут ничего не нужно. Вряд ли Альтарии тут что-то пригодится. Ну давайте сейчас всех прогоним. Она тут ничего не может купить. Его все равно может купить арбалет. А что у нее на втором слоте? А у нее, кстати, арбалет на втором слоте и есть.
Руцио, чем может ничем. О, Осарис может поживиться луком. У нее Mage Shield, я не буду ничего менять ей. У Алены. Так, у Алены... Это что? Думс... Думс Ворд у нее что ли какой-то? Есть такое в списке оружия? Да, есть такое. Ну, тут опять же ничего лучше нет. На втором слоте у нее арбалет. Ну, пусть так и остается. Плюс, по-моему, у нее еще в запасе щиты лежат всякие. Щиты тоже хорошо. Ну-ка, Марина. Тоже ничего ты не можешь купить, естественно. По броне поглядим. Так, у Винвуда. Не могу прочитать. Что тут написал? Magic Skill. Ну, это серьезная вещь. Тут, я думаю, нет такого ничего серьезного. Что вот эти вещи мы уже все видели. И уже выкидываем даже думчейны. Вот Старклоук, это что такое вообще? Старклоук, это может быть интересно. Старклоук 0893. Посмотрим, кому можно такое взять. Если можно Альтарии, возьму Альтарии. Да, ей можно взять Старклоук. Возможно, даже не один. Не, вместо шелковой робы один возьму. Ой-ой-ой, а чё так дорого? Дорого. Не-не-не-не, я поторгуюсь. Но если чё, я не буду столько отдавать за этот плащ. Попытаюсь сбить цену вдвое. Примерно. Ну вот так. Ладно. Можно попытаться чуть-чуть сбить хотя бы. Один-то уж возьмем. Да давай ты не жми, и так много получишь. Ну, по 5 копеек сбавляет. Ну-ка, микрофон улавливает статический шум какой-нибудь. Ну так, нормально. Не больше, чем следовало бы беспокоиться. Сейчас за копейки торгуемся уже. Потому что слишком дорогой плащик выходит.
Сейчас сойдемся уже скоро на цене какой-нибудь. Во, нормально. Все, больше я никому тут такого не куплю. Кто еще на будущее, так вот глянем, может это взять? Осерван. На, не помешает, сейчас запишу. Экспертиде. Западный кузнец. Купить 2 Старклоука для Осерван. Вот так и запишу. Потом, кому еще Руцело? Ну, Руцело не обязательно. Кому еще Сарс, да? Может пойти. Да, и Сарс еще 2 штуки таких купить, если она может носить. Так, Руцело посмотрим. Может, отлично. Она тоже может. Сарс. А у Марины что? Не, Марине не надо. Все. Ах, что у нас тут по головным уборам? Винг, да что? А, у нас какие-то серьезные вещи. Нам не нужно тут ничего, я так понимаю. Тем более рыцарский шлем. А, вот ты можешь носить рыцарский шлем. А у тебя что? У тебя Вайсхелм. Посмотрим на статы рыцарского шлема. Где он здесь? Во. Ну, нормально. 3.11, 5.1. Не могу первую цифру разобрать у себя написанную. А, 1. Да? Серьезно? Серьезно. Нужно ли кому-нибудь такой будет? Да не. Обойдемся. Так, что у нас по перчаткам? Перчатки, наверное, не надо никому. Ну, сейчас быстренько, для надежности проверим. А из Gloves у меня, у Винвуда, у тебя. У тебя Mage Gloves такие же. Какие продают? У тебя. Никакие из этих не можешь, Руцело. У тебя тоже уже есть Mage Gloves. У Зарес нет, но у него тоже какие-то другие крутые. Так, а у тебя? Evil Gloves. Ну, нормальные по циферкам. Марине тут ничего нельзя. Так, обутки. О, а тут уже серьезные какие-то обутки можно взять. Зонташук за 0,847 тут у Винвуда.
Армейские ботинки сколько циферок дают? Меньше. Хокбутс. 8, 5, 8, 1, 1. Ну, нет. Смысла размениваться нет на одну стату. Далее. Мейдж-бутс. Для Альтария. Вот это можно. Потому что у нее пумпы. У нее тупые пумпы. Мэджбутс. Сколько стоит-то, интересно, эти мэджбутс? Нормальная цена. Даже торговаться не надо. Но я чуть-чуть поторгуюсь. Скину до двух, попробую. Отлично. Все, Альтарию принарядим. Кому еще что можно взять? Осириван. Так, у нее кожаные. 0022. А деревянные ботинки не лучше? Сомневаюсь. Да, не лучше. Руцио. Тоже пумпы. Берем Match Boots. Поторгуемся немножко. Отлично. Что у нашей Сарис? Тоже пумпы. Берем Magic Boots. Во. Даже на 1970 сторговался. Так, у Алены. Зонтошуза нормально. Флэмбутсы у Инвуда. А у Марины? У Марины только пумпы тут может носить, к сожалению. Но у нее, кстати, лучше ботинки. Уже какие-то есть. Нормально. Стрелы. Может, тут нормально. О, ой, какие стрелы всякие разные можно уже купить. Отлично. Посмотреть бы их статы где-нибудь сейчас. Это где-нибудь. А, вот, нашел страничку со стрелами. War Arrow. 7.17 демеджа. 7.77 демеджа. Неплохо. Battle Arrow. 8.88. Фуз. 9.99 и отравляет. Айс. 9.99 и делает оппонента тупым. Age 6.66 и старит оппонента. Shred 25.275. Вот это я понимаю. Сейчас приценимся. Сколько стоят шреды? Нормально вообще. Можно накупить. Такой, я не торгуюсь по поводу стрел. Ну давай. Так, сейчас мы всех оденем. Посмотрим. Торговец, отойди. Так, Винвуд. Так. Где у тебя это? В айтемах стрелы или где вообще? Что-то не помню.
Куда даются стрелы? Что ты забыл? Не в айтемах. Не здесь. А где тогда? Не здесь же тоже. Непонятно. Где же я смотрел стрелы? Не могу понять. Не, реально, что-то туплю сижу. Не понимаю, где стрелы. Так, сначала сейф вообще сделаю точно. Алло, стрелы. Где вас искать? Я помню, были. Не в экшенс же. Нет. Вообще непонятно. Ладно, неважно. Просто докуплю еще стрелы, все. Ну, на всякий случай, эту тоже возьму. Сколько их можно взять-то? Многовато бы не вышло. Боевые стоят столько, военные поменьше. Ледяные. А, все, нет больше места. Разных типов, понятно. Я все понял. В мануале было написано. Сейчас гляну. Сколько можно чего носить? Где же это было? Лучник может нести максимум 5 разных колчанов с 9, с 99 стрелами в каждом. Клёво. Ну я куплю еще немножечко вот таких подешевле. А, уже 99. Окей. Наверное, по 10 покупается. Затарюсь стрелами. Вот такими вот.
основными. И Алене тоже немного стрел. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да, понятно. Все отлично. Начинаем экипировку. Так, мы взяли Старклок вместо шелковой робы. Мы ей взяли тапки. Отлично. О, Сервен тоже тапки взяли, да? Руцио. Так, надень тапки. Не понял. Куда она делает магические тапки сейчас свои? Окей, что-то непонятное случилось. Сейчас, походу, еще одни купим. Во. Что происходит вообще? О, Сервян, ты что тупишь? Куда у него магические тапки делись? Ладно, сначала сейв. На всякий случай. Как бы что не сломалось. Лишние вещи сейчас продадим. Так, что-то вообще поли лишнего-то у нас есть. Тебе ничего лишнего нет. Лакскейл. У Альтари лакскейл. Она в чем ходит? Мэдж-клок. А, вот, сейчас переписать же надо. Вот это вот. А, как они назывались? Старклок. Во. Темно стало, конечно, но так попытаюсь написать. Что у него? 0,893. Тринадцать. Погоди, сейчас надо уточнить кое-что. Армаменты, экзаменовать армор. Так, Старклок. Да, Active Magic 13. Куда у него Magic Boots делись, непонятно. Ладно. Запишем остальным тоже. Magic Boots кому надели. Так, по статам они каковы?
Мэдж бутс 2-5, 3-4-12. Руцева обзавелся мэдж бутсами. Отлично. И все, да? Или у Сарес тоже? Ой. Да, у нее тоже мейдж бутсы. Отлично, записали. Ну а теперь продать лишнее. Стоп. У нее лак скейл какая-то была, да? А, это у него лак скейл какой-то. Так, это у нас что? А, слышно немножко ремонт, понятно, у соседей. Лак скейл 1977. Хочу ли я кому-нибудь это дать? Нет, но я ее придержу все-таки, потому что, как я вижу, она дает Magic Eye. Пригодится, пригодится. Может пригодиться. В идеале бы, конечно, нет, но может пригодиться. Но она очень тяжелая, да. Вот из ближайших вещей вот она самая такая. 378 оз весит. Много. Ладно, оставим ее пока. Мне нужно вести учет того, что у меня запасное. Запасные вещи. Буду записывать это здесь. Запасы. Лак скилл. Один на Джекай. Винвуда. Вот, так и записал. Так. Тут продавать нечего, здесь нечего, здесь нечего. А вот тут стрелы можно продавать. Я не покупаю использованные стрелы. Они новые у меня вообще-то. Чё ты? Альтария. Есть ли у тебя что лишнее? Нет, лишнего у тебя нет. А у тебя реально визбол? А, да. Ну, для него, наверное, даже стрелы не нужны, мне кажется. Ну, посмотрим. Он же, наверное, крутой какой-то. Давайте глянем. Давайте глянем. Визбол. Чем ты отличаешься?
Ничем. Стрелы тебе пригодятся. Ну, давай купим, кстати, немножечко. Каких-нибудь особых тебе, да? Стрел, типа... Ice Arrow. Немножко, да? Чуть-чуть. Age Arrow. Ну и хватит тебе пока. Так, продавать тебе шелковую робу продаем. Сколько за нее запросить? Не знаю, полтыщи? Ну ладно, за 80. И кожаное платье. Вот это можно за сутки две, наверное, впарить. Хорошо. Так, на голову ничего, перчаток лишних нет, ботинки, пумпы продаем. Такой вообще. Ставит тридцатку и все. Окей. О, сорван. Что у тебя лишнего? О, у тебя еще арбалет есть. Ну тебе не надо. Тебе, кстати, не нужен арбалет. Можете что-нибудь другое там присмотреть. По возможности. Ну надо бы. Надо бы. Мейдж Гловс у тебя лишнее? Откуда? У тебя не точно лишние, ты их не носишь сейчас. Погоди. Реально лишний Мэдж Гловс. Давайте не будем лишнего с собой таскать, продадим. Я их помню, на всякий случай хотел оставить, но мы сейчас можем покупать вообще нормальные вещи. Пумпы. Пумпы покупай. За копейки. Так, у тебя из оружия лишнего что? Аргон Даггер. Ты сейчас экипирована щитом. Аргон Даггер, что он делает? Давайте глянем. Он возвращается и критически дамажит. Оставлю пока. Пока оставлю. Так, по броне у тебя ничего лишнего. Пумпы. Ну, пумпы, да, понятно. Так, подожди, не продал пумпы. Пумпы надо продавать. Есть пумпы, продавай пумпы. Так, у тебя арбалет не лишний. Демон Скейл тоже. Так, лишнего нет у нас. Так, Осриван, может тут что-нибудь по оружию купить можно? Не, как раз только арбалет. Ладно, что-нибудь что найдем. Все, закупились, распродали, сделаем сейф. Осриван, еще ботинки магические попробовать купить снова. Тут как-то неловко вышло. Потратились, и все. А, ей нельзя их носить. Вот поэтому она в кожаных-то и осталась. Надела магические, они не порвались, видимо. Так, а теперь куда мы сходим? Куда мы сходим теперь? Вот тут же можно где-то поспать, но нет, спать мы тут не будем уже. Передвину немножко окошки, чтобы получше видеть карточку города. Ну тут, конечно, Погоди. Погоди. Мы по воде ходить умеем. А, блин, это в Might and Magic мы по воде ходить умеем. Здесь не умеем. Все, понятно. Или уме... Я потом это уточню. Уточню это потом.
А пока что у нас есть в городе еще? Торговец с индульгенциями. Церковь мира. А, больничка. Гильдия, кстати, есть. Есть гильдия. Ну, давайте зарулим в гильдию. Вот сюда. До конца почти. Там будет больничка. Вот больничка. Пообщаемся с местными жителями, если они будут... Ладно, она за угол зашла. А вот. Магичка. Чатимся. Магичке по имени Джинни. Джинни Уизли. Вот, сейчас она может нам даже чем-нибудь помочь. Учитель магических наук. Интересно. Ну-ка. Нет, ну, нас научить не может ничему. Про Forbidden Zone тоже ничего не знает. Ни об айтемах, ни о таинственных личностях, ни о странных существах. Тоже не знает ничего. Ну ладно, нам в гильдию. А тут еще кто-то есть. Ведьма. Идем к ведьме. Адвансируемся. Потолкуем. Ее зовут Аннабель. Адулируем. Шутку нашу оценили. Все нормально. Мститель по профессии. Научить ничему не может, только мести. А мести учить не надо. Если кто-то учит мести, не учитесь у него. Не ведает, что творит, если учит мести. Так, гильдия будет за углом здесь. Рыцарь, приветствую. Люд. Ой. Он по профессии воин короны. Научить ничему не может. Ничего не знает. Знает только корону и как ей служить. Пустой короне служит. Наверняка. Я продолжу свой квест, говорит Винвуд. Бандюки напали на нас. Приятно видеть у Винвуда армор такой высокий. В руце, вуалю. Ну, у Марины вообще все круто. Ну, по вот этим. Не по вепану, конечно. Ну, что поделать. Она у нас вообще какое-то время драться не могла. Не должна была, точнее. Ну, я отказывалась, кстати, да, я помню момент. Случайно вроде нажала, она сказала, нет, что такое, я не буду никого бить. А потом стало можно. Победили этого, как его... Как его звали-то, этого дядьку? Блин, не могу сосредоточиться из-за этого шума. Даже не попытался с ними пообщаться. Из-за шума, опять же. Надо заканчивать, потому что уже... Сегодня был шопинговый, очень... богатый на концентрацию и запоминание... эпизод. Сейчас надо проверить, не появились ли грехи у нас за то, что мы вот так напали на людей. Так, это где смотрится? Здесь? Здесь.
Дотопаем до гильдии. Ну и пока все. Потом в следующей серии попытаемся сходить в Касиду на ножках пешком. Может быть. Или посмотрим, как тут. А, ну да, я еще за кадром гляну, есть ли возможность ходить по воде или что-нибудь такое. Потому что мне кажется, что вполне возможно это озеро посреди города имелось в виду, где живет мудрый дядька, знающий что-то о Forbidden Zone. Может быть и так. По льду, а. Она слышала шутки лучше. Как это возможно? Руцева, твой выход. Но очаровать ее не вышло, ладно. Тоже мститель. Он помогать не хочет, мы недостаточно ее впечатлили. Тут, как говорится, не впечатлишь, получишь шиш. Наемник. И Вильдон, Вимбильдан. Солдат. Блин. Блин, я не хотел этого делать. Я случайно его в пати взял. Уйдите нафиг. Все, я уже рассредоточенный. Switch to Wilden. Вильден, прости, мы тебя отпускаем. Ну, на портретик поглядим. Я не могу отпустить единственного персонажа в пати. О, господи, как тупо вышло. Ой, ебанистика. Что делать? Exchange. Нет другой пати. Ну как это нет? Вот она, другая пати. Все. Давайте сейчас исправлять это недоразумение. Exchange. Вот, поменяем его сейчас с Мариной временно. Свичнемся на Винодовскую пати. Выберем Вильдена. Жесть. Отпустить Вильдена. Все, отпустили Вильдена. Переключиться на другую пати. На Марину. Вот. Учу его другую пати. Пати. Трансфер. Сделали дело. Гильдия здесь. За этим колдуном. Да я все уже темно и кнопок не вижу. Свет включать не буду, тут спят. Можно с тобой шутки пошутить, великий маг? Можно. Даже про белую акулу рассказать можно. Кто ты по профессии? А, понятно, ищет хорошую работу, профессиональный маг. Может, научишь чему? Нет. Мы сейчас в гильдию заглянем и все. Блин, случайно терминировал конверсацию. Все, надо заканчивать. В гильдию и все. Гильдия лендлордов.
Чему тут учат? Антиинфект. Иммунку прокачать, что ли? Ну, можно, наверное. Чуть-чуть. Помаленьку. Все, хватит. Пока что хватит. Сейчас посмотрим по спелкам. Ускорение. Блин, что-то дорого. Не, давайте пока не будем. Пока нет, пока что-то дорого. Так, Руцио пока не может изучить кристаллы. Нет, у него два есть допуска к новым заклинаниям, третьего пока нет. Асарис? Тоже сможет, у него уже достаточно, видимо, статов для этого. Альтария? Ей интеллекта не хватает. Осерван. Тоже интеллекта не хватает. А Марина? В принципе, не может доучить. Угу. Понятно. Ну все, сейф. На двоечку пока. Что у нас там по карте есть еще интересного? Да все уже. Мы тут город весь доходили. Поэтому тут перед гильдией я остановлюсь. Там уже станция сверху. Кстати, как тут станция называется? Кармак Плейс. Место Кармака. Джона Кармака. Ну все. Спасибо всем, кто сегодня с нами пошопился. С вами прощаюсь теперь. Я, и не только я, еще и Винвуд, Альтария, Осерван, Руцио, Сарис, Алена, Марина, Эндамун, Инес, Анджела, Префайс, Эльвин, Гильда, Однутгард и Сарто. На этом все. До свидания.